Пешеходный переход, светофор. Казалось бы, переходя эту дорогу, ничего плохого не произойдет. Однако даже здесь бывают несчастные случаи, как, например, сегодня. Девочку сбила машина, когда та переходила дорогу. Сегодня примерно в 11 часов 50 минут на перекрестке улиц Сююмбике Чулман водитель автомобиля «Нива», мужчина 1981 года рождения, с его слов, завершая маневр на перекрестке, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Эти кадры сделаны очевидцами сразу же после происшествия. Маленькая девочка лежит на дороге. Вокруг толпа. Известно, что малышка переходила дорогу с подругой. Она не пострадала. А вот 12-летняя школьница получила травмы и была госпитализирована. В результате наезда девочка получила телесные повреждения и была доставлена в детскую городскую больницу. Владелец «Нивы» находился в шоковом состоянии. Разговаривать с прессой отказывался. Однако нам удалось выяснить некоторые обстоятельства. И вы не успели среагировать, да? Успел, я машину не затормозил. У вас не справился машина, что получается? Наверное, не знаю, гололед. Что стало причиной ДТП? Погодные условия, превышение скорости или элементарная невнимательность? Разберутся сотрудники ГИБДД. Сейчас полицейские устанавливают все факты произошедшего. Регина Сулейманова, Максим Липин, новости НТР.